Перед нами стояла большая задача. Планировался визит на высоком уровне. Очень надо было показать широко и интересно, и инновационно возможности и потенциал нашей Павлодарской специальной экономической зоны. И нам в этом помогла компания, которая нам разработала интерактивную презентацию. Презентации использовали разные форматы. Очень они были информативные и донесли все, что мы хотели сказать о нашей области, об индустриальном развитии нашей области. Думаю, мы донесли до руководства страны и области.